Здорово, что так вот проводят, что молодежь у нас не занимается полезными мероприятиями. Это стимул им на будущее, стимул для родителей, чтобы дети занимались спортом. Здорово, как наше руководство помогает для детей. И спасибо вам огромное. Было здорово и интересно очень. И дети не с терпением ждут каждый год вот этого мероприятия, вот этого момента поучаствовать и показать с каждым годом, что они, как они улучшили себя, как они во-первых, это помогает им сдружиться, помогает наладить общение. И вообще здорово, что вот это все есть в нашем районе, в нашем городе Сестрорецке. Спасибо огромное вам. В нашем доме 275-й дом. Именно домовой комитет проводит эти мероприятия. Сегодня это был уже в 11-й раз. То есть 11 лет проводятся эти мероприятия. Уже выросли дети, уже некоторые в армии служат. Сегодня тоже приходил товарищ в увольнении, в Красном Селе служит. Кстати, абсолютно чемпион двора 19-го года он приходил. Потом в Кремлевском тоже парень, тоже чемпион двора, служил в Кремлевском полку. Тоже из наших выпускников, так сказать, детей нашего дома. Я считаю, что это социальное изобретение. Вот. Такие праздники надо устраивать везде и тиражировать их. И не только, скажем, в курортном районе, а и в Санкт-Петербурге, ну и по России и так далее. Почему? То есть мы проводим в 4 номинациях. Называется «Наш силач». Основные две номинации – это «Сила», это подтягивание на турники обязательно. И второе – это «Амрестлинг». То есть это силовые упражнения. Для развития координации это идет скакалка сестрорецкая по прыгуне, по предложению женщин с нашего дома. Это они предложили вот эту номинацию ввести. Футбольный фристайл тоже предложили жители нашего дома. Он тоже дает координацию движений и так далее. Все это очень хорошо. Например, в прошлом году абсолютный чемпион был, абсолютный результат по подтянутому турнике. Ребенок в 11 лет подтянулся 40 раз. 40 раз. При этом дети улучшают свои результаты и идут, начиная, вот, насколько я помню, 8 раз было, потом у него 15 раз, 20, до 37 дошел, второе место в прошлом году было занято. То есть в прошлом году участвовало 28 человек, в этом году немножко меньше, где-то 21 человек, где-то 22 участвовал в этих соревнованиях. Жители поддерживают. Прежде всего спасибо муниципальному совету, депутатам, потому что дают нам и чай, и призы для детей, и так далее. Мелкие сувениры, книги по истории Сестрорецка. Это тоже очень большое значение, считаю, имеет, потому что надо знать историю своего города. Это малая родина. Это тот же самый патриотизм, который воспитывается с малых лет. Твой двор, твой дом, твой район, твой город, твоя страна. Вот так вот оно и должно идти, и дети нормально воспитываются. Кроме того, это, собственно, задумывалось для того, чтобы дети прежде всего не употребляли ни наркотики, ни спиртные напитки, не курили, ничего, и не сидели меньше возле компьютеров, и не было, чтобы у них зависимости, чтобы занимались именно спортом, выходили на улицу и так далее. Я хочу поблагодарить Вишневского Андрея, потому что вот эта площадка, на которой мы сейчас стоим, это он был тогда главой муниципального образования. И делалась она далеко не просто, потому что сначала было просто поставили тренажеры, не было вот этого покрытия, не было ограждения. Все это делалось поэтапно, постепенно. Мы, жители, собирали подписи, относили муниципальный совет, и муниципальный совет шел на встречу вместе с депутатами. Вот, как видите, вот такая замечательная, небольшая, но очень, я считаю, нужная площадка с тренажерами. Также хочется вспомнить и главу муниципального образования, это Бельского, который в его именно, когда он был, это много тоже изменений произошло, ограждения сделали, например, на площадке, насаждения. А самое главное, улучшилось очень хорошо, что началось чаепитие такое более качественное проводить.
И во время этого чаепития, собственно говоря, проводится вся вот эта работа разъяснительная и воспитание. Дети между собой, как уже говорили, они знакомятся дружно. То есть эта вот сплоченность, это тоже появляется именно здесь. Они друг друга знают, общаются в дальнейшем. И все у них это в этом плане нормально, хорошо происходит. Следующий у нас глава муниципального совета — это Иванов в настоящее время. Он тоже поддерживает эту инициативу, и тоже в дальнейшем у нас пошла атрибутика, лучше стало. Появились книги по истории Сестрорецка, тоже это очень важно. Это вот он уделил большое внимание тоже этому вопросу. Большое внимание также хочется поблагодарить Яну Рейновну Храмцову, которая очень большое внимание уделяет и поддерживает это наше движение и так далее. Я бы сказал, это двигатель муниципального совета, движок по многим общественным разным вопросам. Поэтому еще раз хочется выразить благодарность, в том числе администрации, отделу физической культуры и спорта, которые в этом году дали медали, дали кубки очень хорошие. Впервые с надписями, с хорошими, с такими, на металлических. То есть все это работает на благо Сестрорецка, на благо района, на благо города и на благо, собственно, нас, жителей. За что еще раз большое спасибо. Всем желаю удачи, здоровья, ну и благополучия. Всего доброго. Спасибо. 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 Меня зовут Мамедов Самет. Нам очень нравятся эти соревнования. И мы хотим каждый год сюда ходить, получать кубки. Даже если мы не будем получать, то главное — это участвовать. Не главное — побеждать и так далее. И особенно мы любим, например, там армрестлинг. Даже нам очень нравится футбольный фристайл. И мы всегда будем играть в футбол, приходить, играть в футбольный фристайл. Всегда будем получать награды, какие-нибудь там подарки даже. И хотим, чтобы всегда было это занятие.